Россия сейчас делает тест на содержание разных химических элементов на озерах, прилегающих к самому озеру Купсугу, а потом сделает на озере Купсугу. Хитрая наука, но все методики расписаны, и ей только надо брать пробу воды и туда капать. Это мы отобрали пробу, чтобы посмотреть потом на состав планктона. А вот это желтое что у нас? Я откуда знаю, что это? Ну, тычиночки всякие там с этими, с их пестиками. Так, надо все сгустить, так вот сконцентрировать. Теперь берем, так вот, то, что мы набрали. Итак. Вот это мой размерчик. 78. Мы нашли моллюска. Я думаю, что он относится к семейству прудовиковые. Смотрите на это. Тут куча долбанных птиц на меня срут. Вот они, мрази. И на меня прямо сейчас капает Блин. Блин. На меня упала рыба. Господи. Опять упала на меня. Вот, смотрите, тут куча птиц, они все срут и летают. Я хочу быть ботаником. Здравствуйте! Добро пожаловать в ботанический кружок Ии Кузнецовой. Сегодня мы объясним вам, почему это растение гетеропапус. Итак, смотрим на цветочки. Есть на свете цветок алый, алый, яркий, пламенный, будто заря. Самый солнечный и небывалый, он мечтою зовется не зря. Может, там за седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра глоток. Самый сказочный и небывалый, самый волшебный цветок. Самый сказочный.